Я нарисую ясное небо, чтобы лето без дождей. Смотри, блестяшка, она снимает. Точно, что говори. Я буду петь песенку «Ласточка». Поддержите меня. А это Даня! Я Даня! Нет, я! Ну, вообще-то это я, Даня. Это я, Даня. Продолжаем наш конкурс, вторая часть конкурса «Лети со мной». Я вам напоминаю, давайте еще раз встретим, поприветствуем наших членов жюри. С новыми силами, так говорится. Я хотела напомнить то, что у нас не только член жюри оценивает вокал, у нас есть отдельный человек, который оценивает костюмы наших участников. Это Анжелина Насонова. А также у нас есть маленькое изменение в наших рядах членов жюри, вы это можете заметить. Это Мария Дмитриева, давайте ее поприветствуем. И мы можем начинать наш конкурс. Киреев Иван, 9 лет, он из Белгорода. Он воспитанник творческой мастерской сестер Толмачевых. Финалист ТВ-проекта «Ты звезда». На конкурсе «Лети со мной» Ваня занял приз зрительских симпатий в прошлый раз. Теперь посмотрим, что же будет в этот раз. Итак, встречаем его громко. Мы с вами договаривались весело. Поддержим наших участников. Поехали. Я не предам и не забуду.
я его обидела. Только не упади, вера в Бога спаси. Или с тобой, и без тебя пусть решат судьба. Но верю я в любви небесный свет. Растопит лед и укротит любую бурю. Храни завет мой ангел вечный лет. Союз сердец я не предам и не забуду. Джентльмен у нас, Иван. Так, оценки для нашего джентльмена. 7, 6, 7, 6. Поздравляем Ивана. У меня ощущение вообще, ну, просто невероятное. На самом деле, когда я выхожу на сцену, у некоторых там либо чувство страха или еще что-то. Но у меня в этот раз было просто чувство адреналина, когда я вышел на сцену. Но это видно было, ты так вжился в свою роль, так чувственно и проникновенно это спел. Выбрал песню мой преподаватель Мария Толмачева. На самом деле и мне, и маме, и папе она довольно нравится. И встречаем следующую участницу. На сцене Галябова Алиса. Ей 9 лет, она из Москвы. Она лауреат первой степени в составе трио международного вокального конкурса в Италии. Участница ТВ-проекта «Король караоке». А еще она учится играть на фортепиано. Ну что ж, мы желаем тебе удачи. И встречаем ее как громко, весело, задорно. Давайте. Два крыла на ее
Итак, спасибо. Мы ждем оценки жюри. Пять, четыре, пять, шесть. Спасибо, Алиса. Скажи, ты волновалась перед выступлением или все сделала, как задумала, гладко? Волновалась, ну не страшно. Скажи, я знаю, ты также учишься играть на фортепиано, а когда мы увидим, что ты и поешь, и играешь одновременно, насколько это сложно? Да, очень сложно. Жукулина Дарья, победитель международных и всероссийских вокальных конкурсов, в том числе лауреат и нашего конкурса, который проходил в мае, выступала в составе ансамбля в программе «Поле чудес» на Первом канале. По своему опыту скажу, что она классная, веселая девчонка, так что встречаем ее на сцене. Жигулина Дарья, 10 лет. Песня Даши. 7-6-6-6. Спасибо. Но это еще не все. По правилам конкурса напомню, что участник вправе исполнить две песни. И поэтому, Даша, слово тебе и твоей второй композиции. Моя вторая композиция будет называться «Погода разгулялась». Ты не думай, не гадай, не гадай, не гадай. Если любишь, ветру передай, ветру передай.
простой и расскажет мне, что знает тот, кто в кого влюблен. А папа погода тарас и гулял, посмотри, какая благодать, словно вся природа на вас гадай. Если любишь солнцу, передай, солнцу передай. В этот ласковый денек я присяду на пенек и поговорить найду о чем солнечным лучом. Дум-дай, 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 дай. Милый, ты не думай, не гадай, не гадай, не гадай. Если любишь звездам, передай, звездам передай. Я на небо погляжу, а тебе у звезд прошу, и они подарят мне свет в твоем огне. А папа погода тарас и гулялась, посмотри, какая благодать, словно вся природа на вас старалась нам свои сокровища отдать. Дум-дари, дум-дари, дум-дай-дай, 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 словно вся природа на вас старалась нам свои сокровища отдать. Дум-дари, дум-дари, дум-дай-дай, дум-дай-дари, дум-дай-дари, дум-дай-дай, словно вся природа на вас. Жигули Наталья и оценка для ее второй песни. 7-5-7-7. Две песни, это очень круто. Скажи, а первая песня на каком языке она была? Спасибо, первая песня была на сербском языке. Сербский язык. А почему такой выбор? Ну, и сербский язык, то, что я его знаю, и то, что песня сама по себе очень красивая. Угу, я понял. Но как ты, довольна оценками судей? Правильно они все поставили? Были ли у тебя ошибки какие-то? Ну, мне кажется, может, все и правильно в первой песне, так как сказали то, что жюри еще будет по костюму. У меня костюм к первой песне не совсем, конечно, подходил, поэтому, мне кажется, все они правильно сделали. Тахтайкина Софья. Софья занимается вокалом почти год. Эти занятия ей очень нравятся. Но кроме вокала у Сони есть и другие увлечения. Например, Софья коллекционирует редких кукол. Итак, а сейчас мы хотим услышать, как же ты поешь. Итак, Тахтайкина Софья, 10 лет, Саранск. Здравствуйте. Север, юг, север.
Софья, ваши аплодисменты. Прежде чем член жюри назовут свои оценки, я знаю, что у тебя есть увлечение, коллекционирование разных кукол. И наш конкурс «Лети со мной» делает тебе маленький подарок. Новая кукла в твою коллекцию. Надеюсь, ты будешь каждый раз смотреть на нее и вспоминать этот великолепный конкурс. Итак, оценки для Софьи. 6, 5, 7, 5. Поздравляем тебя. Сонь, это было отличное выступление. Я знаю, ты занимаешься всего лишь около года. Как можно за такой короткий промежуток времени такого достичь? У тебя, что ли, ускоренные занятия или какой-то великолепный тренер? Вот, скажи секрет свой. Мне просто нравятся свои занятия. Я делаю так, как я чувствую. Отличный ответ. Скажи, а песню кто выбирал такую? Очень красивая песня. Я сама. Мне очень нравится эта песня. Это для меня какая-то космическая песня. Я ее просто обожаю. Но я думаю, зрители тоже почувствовали. Их всех унесло. Вот. И они недолго, точнее, они не скоро вернутся. Вот, что ты можешь себе пожелать на будущее, вот, на камеру, чтобы ты потом посмотрела, увидела себя, и вот это все сбылось? Соня, занимайся лучше и достигай новых целей. Следующего участника зовут Мороз Никита. Ему 10 лет, и он из Москвы. Он лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов. Никита берет уроки вокала и сценической речи у Сергея Михайловича Пенкина. Так что давайте встретим его громко. Итак, Морозов Никита. Здравствуйте! Спешит мой самолет, да девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты, о, Симона, королева красоты. Симона, девушка моей мечты, Симона,
Такой стильный, крутой Мороз Никита. Надеюсь, что оценки будут такими же. Итак. 7, 6, 7, 6. Так, я тебя поздравляю, спасибо большое. Рука Пенкина тут, конечно, чувствуется. Это было очень эпатажно и стильно одновременно. Скажи, ты, наверное, не только поешь, но еще и танцуешь, чем-то занимаешься таким. Ты двигаешься очень круто. Да, я немного занимался брэк-дансом, еще профессионально хоккеем занимаюсь уже 4-й год. Здесь люди и жюри очень теплые. Мне очень понравился этот конкурс. Я обязательно приеду в следующий раз. Окей, спасибо большое. И скажи, вот есть ли какой-то план на выступление? Что ты должен сделать там по пунктам? И что ты сделал, а что нет, возможно? Я делаю, как у меня руки. Я, честно говоря, мне сказали, когда я что-то заучиваю, это видно. Поэтому лучше придумывать самому, что и как сам музыку надо чувствовать. На сцену выходит Мария, ей 9 лет. Она лауреат международных всероссийских вокальных конкурсов, финалистка ТВ-проекта «Король караоке». Мария поет на 3 языках – русском, английском и молдавском. Итак, Мария, по-моему, сейчас песня будет что-то про Молдавию. Да? Очень интересно, давайте ее тогда встретим аплодисментами и пожелаем удачи. Смотри, мей, батри, приедь тени.
оценки для первой композиции от Марии. 5, 5, 5, 7. Поздравляем. И ждем твоей второй композиции, правильно? Моя вторая песня «Леди совершенства». Начинай. Я понял, то есть уже волнение пропало совсем. Окей, улетело. Я понял, скажи, а какой твой любимый артист, с кем бы ты хотела спеть? Ну, я могу сказать группу. M-Band. Ничего себе. Скажи, а что для тебя самое важное в пении, в выступлениях именно? Самое важное? Улыбаться. Ну, не знаю. Следующую участницу зовут Головина Анастасия. Ей 9 лет, и она из Москвы. Занимается вокалом полтора года, занимается в театральной студии, учится играть на фортепиано, любит танцевать и рисовать. И споет она очень классную песню «Письмо к бабушке Эль». Здравствуйте, бабушка Элла. Пишу письмо вам я, девочка из страны далекой, название Россия. У нас красиво здесь, очень, наверное, как и у вас, и так же, как и вы. Между прочим, я люблю петь джаз. О-о-о. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ва-па-па-па-па-да-пау. Здравствуйте, бабушка Элла. Вот денег много накоплю, и чтобы привезти признание свое в Америку, билет куплю.
хочешь сама увидеть, о, очень, что границ не знает джаз. Пусть разные мужчины, знаю, вы поймете, что я хотела спеть для вас. Спасибо большое. И слушаем оценки. 5, 5, 5, 6. Очень органично выглядела на сцене. Ты выступала где-то? Да. А где и чем? Я выступала на танцах 2 раза, я выступала в вокале. Еще я выступала на театре. Я хочу отправить сообщение моей учительнице Татьяне. Хочу отправить сообщение моей маме Юле, моему отчиму Юре и всем моим друзьям. Ученица театра студии «Непоседа», участница передачи «Король караоке» и многих других передач на канале «Карусель». Наташа Григорова, она выступала на сцене со многими звездами эстрады, и сегодня, по такой неожиданной случайности, она будет петь песню, которую моя авторская песня «Мне бы петь». И для меня это огромная неожиданность, поэтому желаю тебе удачи. Спасибо. Гость нашего конкурса Наташа Григорова. Мама, 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 мама.
чипиди мам. Ауа! Спасибо. Спасибо большое, Наташа. Итак, еще раз аплодисменты гостям нашего конкурса. Мне, правда, неожиданно и очень приятно, что иногда вот на конкурсах часто исполняют мои авторские песни, поэтому у меня есть для тебя подарок. Спасибо большое. Ты подарила подарок мне, всем нам, а мы тебе вот. Спасибо большое. Ну, у меня настроение всегда в хорошем состоянии. Я хочу пожелать другим участникам конкурса, чтобы они выступили хорошо, и если кто-то проиграет, пусть стремится к следующей победе.